Уважаемые пассажиры, в целях выполнения рекомендаций по предотвращению распространения инфекционной болезни обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения мер по профилактике заболевания ковид. Подробную информацию можно получить на информационных центрах вокзала и на официальном сайте распространения. Уважаемые пассажиры, при проезде в поезде пригородного сообщения пассажир имеет право проводить бесплатно детей в возрасте не старше 7 лет. Для детей старше 7 лет приобретается билет за полную стоимость. Благодарим за внимание.